Здорово, пацаны! Наконец-то я снова с вами Бивисовод. Боже, что я сказал? Ребят, всем привет! Вы на канале Бивисовод. Бивисовод — это, как всегда, я. И, естественно, это новый видос, долгожданный новый видос, наконец-то. Не обращайте внимания, я немного сонный. Я проснулся буквально минут 30 назад, сразу пошел в гараж. Сегодня у нас будет такой, наверное, влого-покатушечный видос. То есть я буду что-то снимать вот так на руку. В руки я держа камеру. А что-то буду где-то ехать. Блин, ребят, реально еще пока мысли в голову, ну, правильные, грамотные предложения не идут. Поэтому смотрите. Сейчас первым делом мы поедем до Шараги. Вон Рокс уже стоит, ждет. Первым делом мы поедем до Шараги. Я наконец-то давно хотел показать, где я учусь. И дальше, после Шараги, у нас будет дикий навал толпой. Ну а сейчас наблюдайте, как мы едем до Шараги. Точнее, я еду. Погнали. Добрался до своей Шараги, блять, вон она там позади находится, она синенькая. Кстати, я приехал сюда, и здесь оказывается, блять, ну никогда не знаешь, кого в Шараги встретишь. Здесь оказывается какие-то скутеристы, вот здесь как-то, вот здесь. Короче, мини-обзор, здесь у нас Дио, Джок, вот с такой штукой, как у меня была на этом самом, на моем любимом Бивисе. Ну, естественно, еще одна Дио стоит вот здесь, вот видите, ребята, в общем, блин, вот это вот самое опасное Дио, это, может, вы видели видос, вот он сейчас вылезет. Это в том видосе пацан на этой Дио упал, так называемый Ваня Пархоминга. Ну, как-то так, вот Рокс. Надеюсь, вам стунт понравился. Ну, вы не отключайтесь от видоса, на этом еще не все, сейчас в Шарагу зайдем. Главное, чтобы там не спалили нас с камеры, иначе будет полный капец.
Вот это моя группа. Шарага, собственно. Вот так я провожу свое время в шараге. Это пальцев. Ты в видос попадешь. В YouTube? Да. Заебись. Вот ты тоже попадешь. Вот, приятно. Вот шарага, надеюсь, меня не отчислят. Ну, естественно, перед тем, как ехать на сходку, надо знатно и вкусно перекусить. Зайти, естественно, всеми любимый ВКонтакт. Посидеть здесь, что-то поделать и выдвигаться на сходку. Ну, все, мопед заправлен. Давай по новой, Миша, все хуйня. Spirits taking over, now they running through my head. Tell him it grip that fucking gun, tell him it pop that fucking lead. It's a bird, it's a plane, no, it's Satan in the flesh. I'm that dead motherfucker, steady smoking on that death. Satanic holy ghost, snort that holy dope. Infrared scope, put that dot right on your throat. I'm that scarecrow in the corner, welcome to my crucifixion. Graveyard, living, murder, itching, don't be superstitious. Demons got my back, I don't even fight it now. Black magic, voodoo, power, suicide's exciting us. I'd rather take a nap after I turn the blunt to ash. Creepy cracker from the chronic, feeling like a velociraptor. Pulling off the patch, but I ain't taking off the fucking mask. Heard them guys close their mouth with the fucking gas. Can't rap about a five dimes ass no more. G5 now with a beast sounds fine. Fuck a beast, I'm fine, dying. Life give me 11, don't I wanna fuck a lime and got the time to die. Try, bitch, I know I'll die alone. Either in a ditch or on the throne. Either way, in the pit, I'm being thrown. Everything is nothing and I'm fucking decomposed. If you're looking for me, find me in the night. I got enough, don't wanna fight. I wanna take your fucking life and end it right on sight. When I strike, if you bark, better bite. Black cop for the cops, pop a six shot clock. Then I drop to the rocks with me on blood clot. Red dot, body drop on a cop. Then I saw no tune, no plot. Throw him off for the yacht and dock with the side of the skull hanging in the fucking river. Oh, super suicide, 666-59, so cynical. Cause he pop another brown cap. Got the towel lit up, but I
yeah. Southside suicide, kill yourself, ho. Say you getting money, but your number don't show. You a liar. Baseball bat, fully wrapped in barbed wire. For anyone that's tryna get buyers, I've been thinking a lot. I see these rappers tryna get in my spot. Rob told me, you gotta get it how you live. Told that bitch you better get up on my pants. Big ol' breath ass hoe with a face like this. Yo, on the issue with no CMO blow, that mo flow seen the tissue. I got a side piece so I can really do an interview. Don't come close to me, I'm not the one to really do it how it's supposed to be. Independent, tell that label to get over me. I'm over here with my peers getting rich. Point blank before I bring her to the scrimmage of that bitch don't stink. Ain't no rules to the game, talk how you want, walk how you want. My job is the shit, I used to clean up shit for the rim of the toilet. Now I'm getting money, I don't gotta pack a pistol. Okay, maybe. Cause jealousy make a man go crazy. Money make a motherfucker hate me. 1,000 bitches that y'all wanna date me. Что-то наезжать начал, да, ехал. Что? Мужик наезжает. Сейчас подойдет разбираться. О, да? Да. А что, я на дороге, начал что-то наезжать, я и так еду. Я его попал. Разрешил, а? Стопы, нахуй, задел. Объясню сейчас любому за чё. Первое, нахуй. Забыли, нахуй, ребята, что вы мотоциклисты, а не хуеплёты, или чё? Чё за поведение? Я сам байкер, 12 лет на мотоцикле. У вас чё, блядь, нахуй, на пол всех пересадить? Вы чё, нахуй, творите? Кому сказали, пацан? Чё за нахуй, блядь, а? Тебе сказали, менты сзади едут, вас, нахуй, переебут. И нам весь сезон накроют. Вы чё себя так ведёте? Вы чё себе позволяете? Вы колонной двигаетесь к правой, к крайней стороне. Никто вам не разрешил выезжать в третью, в среднюю. Вы чё, блядь, буду? Банда не ебаться? Ну давайте, нахуй, мы сейчас соберемся сюда, приедем. Посмотрим, нахуй, у кого колеса больше. Ответим. Не, это на какой полосе? Где ты сказал? Крайняя правая полоса двигаются, все мопеды. У вас нет даже, блядь, страховых. Подожди сюда, дослушай, я говорю. Ему сказали просто, понимаешь, вот пацан едет, ему сказали, прими влево одну полосу, понимаешь? Этому сказали, он вот стоит, он не показал мне что-то, ничего. Кто такой, нахуй? Тебе объяснить, что ли, чё, блядь? Вот это вот здесь было. Ты вот это что считаешь, это правильно или здраво? Он едет крайним рядом, он не крайним, а посередине. Ему сказали, перестройся влево, дорогу не занимай. Вот так тебе показали, нахуй. Да вот ты что, ты не прав, ёба на рот, а ты не прав просто, вот я за всех их сейчас так думаю, понял? Я думаю, это такое же стадо, раз вы все вместе. И позволяете, что у вас один из вас позволяет такие вещи. Вы чё, пацаны, вы алтайцы, барнольцы? Сами вот его можете наказать просто. Вами к вам каждому может всеми вопрос быть, нахуй, вы нахуй себя-то берегите, вы балбесы, ёба на рот, у вас матери есть, отцы. Вы чё, гоните, блядь? У меня друг на мотоцикле упал, у него от гангрена ноги отняли, он умер в итоге. Вы чё считаете, я должен, блядь, радоваться, что вы нахуй на дебат, балбес, ездите? Вы успокойтесь, пацаки, ну мотоцикл, ну вдруг машина, чё-нибудь, ну вас задавят. Да вы живые нужны. А ты дурак, блядь, дурак конченый, понял? Ёба, наоборот, а ты не перепрони... Короче, ребят, экшенка у меня села, я, наверное, на телефон сейчас всё поснимаю здесь, и на этом видос будет заканчиваться, собственно. Думаю, вам достаточно станта сегодня, да? Ребят, в этом видосе есть спонсор, а спонсор, вот вы сами видите, Вадим Кабан. Обязательно зайдите к нему на канал, я сам зашел, тут некоторые видосы посмотрел, даже где-то что-то полезное для себя нашел. Вот, например, противоугонный замок на педаль. Я не смотрел это видео, но, видимо, он там рассказывает, как это сделать, или что-то вроде того. В общем, видите сами название, здесь можно много чего интересного найти. Пусть даже там будет снято не очень профессионально, но, по крайней мере, человек грамотно рассказывает, и... Возможно, вы что-то новое для себя найдете, полезное, где не могли найти даже на каких-то больших каналах. Обычно на таких маленьких каналах бывают какие-то полезные советы и проскакивают, которые упускаются на больших каналах в большой аудитории. Так что вот, если зайдите, посмотрите, если вам понравится, то, конечно же, нажмите на кнопочку подписаться. Еще раз, Вадим Кабан. Ссылочку оставлю в описании.